23 января 2014 года. Чернигов. Запуск танка при минус 11. Нормально заводится. Сейчас не все иномарки так заводятся при минус 11. С первого пуска. Вся техника стоит уже на автовозах. Железнодорожные площадки полностью пустые. Так, поясняю ситуацию. Это Чернигов, 23 января 2014 года. Время 13:25. Вот вся вот эта техника, которая вчера была погружена на вот эти железнодорожные платформы, сегодня опять была выгружена. Опять и погружена на автовозы. И со слов военных, сейчас она будет опять направлена в ту же самую часть, откуда она была вчера и сюда привезена. Пересечение с проспектом Мира. Улица Кирова, проспект Мира. Это выезд из Чернигова на объездную дорогу вокруг Чернигова, которая... Техника выходит.
колонна танков в сопровождении ВАИ двигается по объездной Чернигово в сторону Десны, поселка Десна. Короче говоря, можно историю с черниговскими танками закрывать. Уехали на место дислокации свое, Гончаровск. Кстати, приостановились почему-то.